Концерт, посвященный Дню студента, состоялся в Развилке. Мероприятие, организованное муниципальным центром культуры поселка совхоза имени Ленина, прошло в камерном формате квартирника. Уютное пространство площадью около 40 квадратных метров, созданное на базе Центра культуры, получило название «Квартира». Оно предназначено для проведения различных мероприятий от поэтических чтений до тренингов. Ко дню студента здесь выступили участники фольклорного коллектива «Терек» и вокального коллектива «Резонанс». Артисты исполнили как музыкальные хиты современной эстрады, так и традиционные народные песни. Подобные музыкальные вечера проводятся сотрудниками муниципального центра культуры поселка совхоза имени Ленина еженедельно. В этот же раз главными гостями квартирника стали студенты профессионального колледжа Московия.